Привет всем, дорогие друзья, и я вернулся в свой мир Майнкрафта, потому что... Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Скрафтил два костра, затем, чтобы поставить их под этими самыми дикими ульями... Блин... Ну окей, хотя бы древесный уголь у меня будет. Как же я тут давно не был. Никаких изменений в мире просто не произошло. Я туда вообще не заходил. Так, давайте лучше возьмем... из этих ульев мед. Угу, все. Хотя давайте еще со второго попробуем. Главное, аккуратно. Так, все, и бежим. Что? За все время путешествия они там что? Сдохли, что ли? Не понял. Что с ними не так? У меня нет никакой... Кирки на шелковое касание, да? Получается, она у меня в сундуке. Вот она. Сейчас пойдем ломать костер. Мне кажется, за это время обсидиан можно сломать. Я себе планирую сделать конюшню для своего осла, потому что он тут стоит привязанный. Ну, тут в сундуке. Есть жемчуги края. Пойдем тогда очи края, что ли, крафтить? Я тут в аду побывал недавно. Сейчас я бы хотел себе добыть древесины, потому что у меня ее крайне мало. Своим вот этим вот топором, который у меня еще из первой серии. Что такое? Если что, я перешел на новую бета-версию 1.16, обзор на который я, скорее всего, делать не буду. Давайте убьем немножко рыб. Чтобы кота покормить. Потому что я его не кормил уже целый месяц, или сколько там вообще прошло времени. С момента последней серии... момента залива последней серии. Окей. Я тут хотел вот найти себе булыжник, чтобы свой топор починить. Вот мой склад. Получается, нужно чинить с помощью камня. Какая, блин, логика здесь? Каменные инструменты крафтятся из булыжника, а чинится камнем. Это очень странно. Хотя, с другой стороны, это логично, потому что инструменты, они как бы называются каменными, крафтятся из булыжника, соответственно, должны... Вот если они из булыжника крафтятся, соответственно, они должны из него и чиниться. Все, давайте. Вот, все.
Этот топор у меня прям из первой серии, вот из самой. У меня уже очень давно. Извините за то, что я не заснял этот процесс, как я строил конюшню. Нет, ну я его как бы заснял, но запись не сохранилась. Извините. Давайте поставим ему немножко сена. Вот. Ой, сорян. Да что ж такое там? Ладно. Может быть, давайте поменьше ему сделаем. Вот нормально. Еще одно произведение искусства. Ладно, на этом я уже буду потихонечку закругляться. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.